В фестивале военных оркестров дмитровградцы участвовали впервые. Фестиваль этот традиционный, проходит в Крыму, в Феодосии. Отметим, наш коллектив был единственным из гражданских, все остальные – военно-морские оркестры. В военных оркестрах есть определенная программа, есть марши, есть это. А мы уже смотрим на зрителей, уже можно уже подкладывать то, что им нравится. Мы более выгодном положении, конечно, были. Вот. Особенно красиво Штраус прозвучал на третьей игре. Мы же все в костюмчиках. И когда начали играть репертуар Штрауса, ну просто что-то набережная, оркестр. В течение 5 дней музыканты дали 5 концертов, в том числе выступали в Коктебеле. На фестиваль поехали благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве Ульяновской области с Республикой Крым. Инициатива вот по участию нашего коллектива, конечно, принадлежит главе города. Музыканты играли для 1000 отдыхающих и жителей Крыма. Говорят, принимали их радушно. Последний выходной июня духовой оркестр даст концерт в парке Западный. Юлия Лаптева, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.